Вот, повалили клен, и теперь ребята тащат его, братья. Теперь по грязи по этой. Вот он тащится, вот лужа. Он перекрыл дорогу. Вот она теперь. Все. Только что пришла матушка Людмила с арбузом. Поддержала нас. Пока еще никого не было. Первая. Ну еще протащите метра 2-3. И тогда можно будет обрубать. Вот. Это клен. Клен, который дает тень. И чтобы его тени не было, вот с этой стороны убирается. Вот сегодня сколько уже убрали? Вот оно. Видно. Отщепили. Это десятки-десятки уже их. Деревьев повалили и сделали. Сейчас батюшка помогал. Пилил. Только что привез пилу. Бензопилу. Двухсторонне рядом рубить это абсолютно невозможно. Что вы делаете? Ближе 2,5 метров, чтобы не были друг другу. А лучше на 5 метров. Ну и внизу чиркнул сучок, и оказалось, там проволока в воде. И пропала пила. Это вообще, это минимум 500 рублей в Барнаул везти на неделю. Ее не видно там, где, откуда проволока в воде оказалась. Ну вот так вот, до того обидно. Посмотрел, весь ряд у пилы снесенный оказался. А до этого сколько деревьев повалил, она как бритвой режет. Все. Вот сейчас остатки этого клена. Аккуратно. Чистый получился. Это все идет подготовка. Даже не к пруду, а к дороге. Дорогу как сделать. Все надо убрать. Видите, вода стоит, мы уже показывали. Это все вот упало, все грязное в воде. Листья. Не задевайте листья-то, и надо просто все поднимать, предупреждать, чтобы другой хоть отошел. Вон какого цвета. Другого. Вот эти деревья-то убирайте с дороги-то и сразу начинаем новое пилить. Вот еще стоит клен. Вот. Все, там. Сходите, Игнатьевич. Тенежки никакого нету. Вот. Нужно наоборот сказать, свету нет, я говорю, тенежка.